Друзья, приветствую вас на нашем канале. И сегодня у меня интересный опыт, процесс электролиза, в результате которого мы будем получать только чистый водород, без кислорода. Хотя у нас имеются два металлических электрода. На один из них будет подаваться плюс, на другой минус. Для проведения опыта нам потребуется источник питания, нам потребуется небольшой, но мощный диодный мост, емкость непосредственно для проведения процесса электролиза, и самый важный компонент — это некая жидкость, которая будет использоваться мною в качестве электролита. Итак, приступим. Колбу для проведения электролиза наполним электролитом. Этого будет достаточно. А дальше нам осталось только подать напряжение на источник питания, и мы получим чистый водород без выделения, без получения кислорода. Итак, я подал напряжение. В электролизной ванне начался процесс электролиза. И сейчас я детально покажу, что мы будем получать на электродах. Итак, вот что мы получаем. На левый электрод подается минус, на правый плюс. На левом электроде вырабатывается водород достаточно обильно. На правом электроде практически не происходит ничего.
Я специально поднес микрофон поближе к электролизной ванне, для того, чтобы вы могли услышать те звуки, которые издает процесс электролиза. Как вы можете увидеть, на правом электроде вырабатываемый кислород моментально реагирует с металлом, из которого сделан электрод. Вниз осыпается продукт этого взаимодействия. Это оксид металла, из которого сделан электрод. Практически весь кислород окисляет металл, из которого сделан электрод, поэтому на поверхность электролизной ванны выделяется только водород, а практически весь кислород участвует в окислительном процессе электрода. В данном случае электроды сделаны из чистого цинка. На дно электролизной ванны опадает оксид цинка. Ну а сейчас я заменил цинковый электрод, подключенный к плюсовому проводу, на медный. И теперь вы можете увидеть, что эффективность получения чистого водорода без кислорода стала значительно выше. Обратите внимание, на правом медном электроде вырабатывается только оксид меди. На левом электроде мы получаем бурное выделение чистого водорода. Как вы можете увидеть, в электролит обильно выпадает оксид меди, который окрашивает электролит в синий цвет.
Ну что, дорогие друзья, на этом я буду завершать свое видео. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал почаще, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.